Ребята, всем привет! Приветствую на своем YouTube-канале Серега Литвин. Мы сейчас идем в магазин, короче. Я хочу купить продуктов и игрушек своим ребятишкам. Кто не знает, у меня 5 детей, 4 пацана и дочка маленькая. Вот, ну, ставьте лайкос, ребят, погнали! Так, что, ребята, все, заходим в общий магазин игрушек. Сейчас будем детям игрушки выбирать. Вот, все посмотрите, увидите. Так, вот, ребят, смотрите, есть такие вот конструкторы. Вот. Я думаю, короче, старшему надо выбрать конструктор какой-нибудь, а мелким что-нибудь, ну, интересное, развлекающее. Короче, ребята, товара много. Я пока даже не могу сориентироваться, что можно выбрать. В общем, всего дофига прям. А что это? Вот 8 лет пацану, да? Что можно ему взять? Интересно. А что вообще, чем это? Я не знаю, конструктор может какой-то интересный. Вот есть конструктор. А вот есть эти волчки, знаешь, вот арена. Вот арена, смотри. Это отдельные волчки вот? Конечно. И арена отдельно, да? Да. Ну вот они как раз сейчас по скидке. 1979. 970. Так. Короче, что-то мы с выбором затупили вообще. Конкретно. Ребят, короче, давайте сейчас выберем, получается, один большой конструктор Тёме, три поменьше, что-нибудь интересное, и дочке игрушку. И идем в магазин за овощами, за продуктами, за фруктами. Все. Короче, ребята, вот берем вот эту вот, в общем, игру пацанам на всех. Это... будут сами, короче, собирать. Вот, погнали. Здорово. Что, тут на съемках нам? Давай сначала смотрим, потом уже.
Короче, ребят, я думаю, ребятишкам понравится. Сейчас будем набирать фрукты. Когда приходишь в магазин, у тебя просто нет целлофановых пакетов. Я там стою? Так, пойдем мясо брать. Так, ребят, сейчас идем, в общем, возьмем сок. Сок возьмем ребятишкам. Надо яйца еще взять. Вот. Так, сок. Так, сейчас, ребята, еще зайдем вот сюда, сосисок возьмем, колбасы возьмем. Вот. К чаю пойдет. Ребят, сейчас вот шел, получается, с магазина ребятишкам, вот, подарки покупал, фрукты, ну, там, в общем, продукты. Встретил вот подписчика, пришел возле ворот, стоит, меня ждет. Я, говорит, я знаю, говорит, хочу с тобой пообщаться. Вот, он хочет что-то вам сказать. В общем, ребят, как бы, Сережа нормальный парень, мужик. Блин, даже как-то неудобно. В общем, ну, не обижайтесь. И его не обижайте. Прям. ТикТок, ну, я смотрю все его видео на Ютубе, на ТикТоке. Давно причем смотрю. Очень позитивный человек. Все, ну, давай. Удачи. В общем, короче, ребят, мир, как говорится, не без добрых людей. Так, ребята, вот, в общем, тут набрал. Во. Так, вот сейчас здесь получается Несклик взял. Тут у меня фарш. Сок. Так, тут у меня
Сосиски, печенье, колбаса, яйца, еще яйца, еще сосиски. Так, шоколадки, конфеты. Так. Так, тут огурцы, сгущенка, помидоры. Вот. Еще конфеты, печенье. Так. Ой, Бетя. Вот еще. Так. Здесь курица. 3 пакета. В общем, ребята, вложился я в, так, сколько? Так, первый чек у меня получился на 1020. Так, второй, куда я дел чек? Второй чек на 3977. В общем, ребята, сегодня затрат у меня получилось на 9150 рублей. На карте осталось 1000. Вот, на карте 10 тысяч было. Вот, я купил игрушки и продукты. Вот, сейчас будем игрушки дарить. Так, вот это тебе и Тёме двоим собирать. Вот это тебе и Матвею. Это вдвоем будете собирать. И дочи. Вот, доча. Смотри, какая собачка-то. Там какая собачка-то. Ой, красавица какая. Давай смотри. Да? Давай. Давай смотри. Подожди. Сейчас. О, собачка Коча. Смотри. Ух ты, какая красивая! Да? Понятно. А, Дётя, красивая собачка? Смотри. Держи. Держи скорее. Так, сейчас мы тебе ее включим. Вон там у вас есть, смотри, у вас есть вон тут инструкция, как надо их собирать. Вот. Доча, давай, сейчас батарейки будем вставлять. А что через три? Сам это будем стоять собирать. Конечно. Опа. Держи. На, держи на поводке, вставай. Вставай. Во. О, какая собачка. Смотри, она гавкать умеет. Ого, сколько их тут много. Это, ты чё? Подожди. Ты всё в один-то не скидывай. Ты как потом собирать-то будешь? Ладно, в общем, собирайте. Играйте. Ну что, ребят, все, дети довольны с подарками, с конструкторами. У дочери шикарная собачка, она и рада, прям вообще, вы сами все эмоции видели. В общем, всем спасибо за просмотр, за лайк, от души, что подписались всегда со мной. Спасибо, ребят, с вами был Серега Литвин, отец 5 детей. Всем пока!